друзья, это такая вот удивительная, многоплановая семья, в которой одни почти мужчины, кроме последней девочки. Все остальные мужчины, давайте поприветствуем, потому что это удивительно, что есть возможность нам благословить эту красивую семью, разнообразную семью. Приветствуем, Дмитрий, вас, как главу семейства. Приветствуем Ирочку. Удивительно, ты знаешь, что твое имя значит? Покой и мир. Я знаю, что в твоем сердце он есть. Слава Богу, что его хватает и на детей, я верю. Потому что у таких шустрых мальчиков важно покрывать их покоем. И чтобы эта девочка тоже жила в покое. Матвей, Герман, как я понимаю, здесь я могу немножко не знать. Тимофей, следующий Яша и Михаил. И теперь Оля. Ну вот интересное такое сочетание, друзья, имен. Но я хочу сейчас прочитать все эти значения, потому что я не стала их запоминать, я их просто озвучу. Дмитрий плодовитый на земле своей. Вот это действительно так. Друзья, слава Богу, что есть семья, есть своя земля, и он плодовит в ней. Матвей – дар Бога человеку. Примем этот дар, друзья. Он хорошо играет на духовых инструментах, и пусть это будет благословением для Царства Божьего. Герман – родной и единокровный. И он стал родным для этого дома. Тимофей – почитающий Бога. Тимофей, ты знаешь о том, что ты рожден почитать Бога? У тебя, в общем-то, выбора не осталось. Тебе Господь дал уже очень хороший выбор. Принимай его. Михаил, испрошенный у Бога и подобный Богу. Михаил, испрошенный у Бога и подобный Богу. Яков, следующий по пятам, но который стал князем Божьим. Следуй по пятам за Тимофеем, за Матвеем, за Германом, и будешь князем Божьим. Друзья, ну а мы сегодня будем молиться за вот эту маленькую девочку, которая рождена в этой семье как подарок. Я верю, что каждый ребенок подарок, но когда ждут какого-то еще вот особенного, да, в данном случае девочку, потому что уже мальчиков, слава Богу, достаточно, наполнен колчан стрелами. Наполнил Дмитрий колчан стрелами. Остановимся, говорит. Ну, потому что уже есть ответ и в девочке. Но, Оля, вы знаете, что это значит. Мне всегда нравится произносить значение этого имени. Святая, великая, идеальная. У тебя есть такая перспектива, девочка. Быть и святой, идеальной, и действительно той, которую Господь называет великой. Потому что величие сами мы себе взять не можем, друзья. Величие дает Господь. Когда мы в Его уделе, когда мы в Его призвании, это величие приходит. Оно ради Него, для Него и через Него. И то, что я хочу сейчас высвободить на эту семью, прежде чем мы будем молиться, вы знаете, удивительное слово из «Премудрости Соломона». Я сейчас прочту некоторые выдержки из 7 главы «Премудрости Соломона». Идет речь о самой премудрости, но сначала Соломон говорит о себе, как он родился на эту землю. Родившись, начал дышать общим воздухом. Друзья мои, у нас у всех общий воздух. Вы знаете об этом? И не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Все ли мы знаем, что мы одинаково вошли в эту землю и также одинаково уйдем? Посему я молился, и дарован мне разум. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я хочу, чтобы мы сегодня могли помолиться за эту девочку, за всех этих уже юношей или подрастающих юношей, чтобы был дан разум и мудрость прожить жизнь на этой земле достойно. Я полюбил ее более здоровья и красоты, избрал ее предпочтительно пред светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с ней пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Она есть дыхание силы Божьей, чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее». Она есть отблеск вечного света, чистое зеркало, действие Божьего и образ благости Его. Она одна, но может все. И, пребывая в самой себе, все обновляет, переходя из рода в род.
в светлые души, приготовляя друзей Божьих и пророков. Мудрость приготавливает друзей Божьих и пророков. Мы сегодня будем продолжать говорить о пророках, и поэтому я хочу благословить этим помазанием, чтобы вся эта семья, она была друзьями Богу и пророками. Чтобы премудрость, она приготовила себе это наследие. Давайте мы поднимемся, друзья, протянем наши руки, благословим сейчас это наследие Господне. Боже, я благодарю Тебя за эту девочку, что мы можем ее благословить на то, чтобы она стала святой и отделенной для Тебя. Я благодарю Тебя, что могу благословить ее ручки, чтобы они поддерживали слабых, чтобы они творили дело, которое Ты поручил им на этой земле исполнять. Я благословляю ее ушки, чтобы она слышала Твой голос, чтобы она различала слова учителей, чтобы она знала, куда идти, а куда не надо идти. Я благословляю ее знанием Твоего голоса. Пусть ее дух будет открыт всегда для Тебя. Я благословляю ходить по путям правды. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как взять ее за руку и повести туда, где она не будет в опасности. Я благодарю Тебя, что ангелы Твои для нее уже приготовлены. И пусть они сопровождают ее на всех путях. Я благословляю ее стопы ног, чтобы они ходили там, где Ты прокладываешь дороги. Я благодарю Тебя, что в ее сердечко Ты хочешь войти своей жизнью и даром веры. Пусть ее уста изрекают мудрость. Пусть она будет приготовлена Твоей славой, Господь, так, чтобы помазание Твое, оно учило ее с самого раннего возраста. Боже, я благодарю Тебя, что Твоя премудрость приготавливает Божьих пророков. Я благословляю ее быть дочерью царя царей. Я благословляю ее носить явление славы на этой земле, чтобы никакая беда ей не приключилась, Господи. Я прошу Тебя, чтобы лучших учителей Ты давал ей на дороге. Я молюсь, чтобы Ты благословил благоволением, как щитом. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, потому что Ты открываешь сейчас над ней небеса. Я благодарю Тебя, потому что вода ее не потопит, огонь ее не обожжет, беда к ней не придет, потому что Церковь Твоя благословляет ее. Господь, я благословляю всех этих деток. Я благословляю Михаила и Якова. Я благословляю Тимофея. Я благословляю и Матвея, и Германа. Господи, я прошу Тебя, пусть они все несут в своих именах то послание, которое будет известно миру. Я благословляю Ирину быть тем шаломом, способным покрывать всю свою семью, Господи. Пусть в ней будет достаточно мудрости, устрояющий дом. И я благодарна Тебе, что Ты сделаешь больше того, чем я Тебя прошу. И я прошу Тебя также и за Дмитрия, Господь. Пусть его жизнь, она будет покрыта Твоим присутствием. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, потому что Ты Бог, творящий все новое. Я благодарю Тебя, что Ты открывающий Твои каналы, и да будут они всегда для них открытыми и рабочими. Благословен Господь, благословивший эту семью на сей земле и в вечности. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья, воздайте славу Богу. И мы сейчас, Ирочка, подарим и эту картину. Пусть всегда Иисус держит всех ваших детей. Пусть всегда Он несет их на руках. И пусть никогда ни в чем не будет недостатка. Спасибо. Благословения вам.